Друзья, всем огромный привет! И это моя самая любимая рубрика на канале, которая называется «Похвастушки». Подошел к концу октябрь, и, честно говоря, для меня он был не совсем легким месяцем, он был довольно-таки непростым, но были и приятности. 11 октября у меня был день рождения, мне исполнилось 38 лет, и, естественно, я получила подарки. И мне, естественно, хочется ими с вами поделиться. Но перед тем, как я начну, я хотела бы, конечно, каждого из вас, мои дорогие зрители, поблагодарить за ваши поздравления, за ваши пожелания, за ваши теплые слова, которые вы мне писали. Спасибо вам огромное, мне было очень-очень приятно получать от вас поздравления в этот день. Спасибо, мои дорогие. Ну что ж, переходим к похвастушкам. И в этом ролике я хочу вам рассказать о посылке, которая ко мне приехала из Курской области от Наташи. У Наталечки есть свой канал, называется он Натали Офс. Я обязательно под видео оставлю ссылку на ее канал, кто с ней еще не знаком. Я однозначно рекомендую вам познакомиться с этим замечательным человеком. Она очень добрая, она очень отзывчивая. Вы знаете, дружить с ней – это огромное удовольствие. Наташ, спасибо тебе большое за то, что ты поддерживаешь меня не только здесь, на Ютубе, но и в моей жизни. Наверное, без тебя мне было бы очень сложно, правда. Спасибо, моя дорогая, мы очень тебя с Саняшкой крепко-крепко обнимаем, целуем, любим тебя. Спасибо тебе огромное-огромное за все. Друзья, и в этой посылочке Наташа не только хотела меня поздравить с днем рождения, но и также моего ребенка. У Саняшки было 6 сентября, день рождения. Но Натальечка решила соединить эти оба подарка и прислать, как бы, то есть, вот одним махом. Наталь, честно, подарок твой впечатлил, я до сих пор под впечатлением, но а Соня, да, это вообще отдельная история, но об этом чуть позже. Итак, друзья мои, первое, что было в моей посылке, чему я очень обрадовалась, это парфюмированный гель для душа из легендарной коллекции Avon TTA Today. Потрясающий просто аромат. Вы знаете, кто-то называет его надоедливым, удушливым, приевшимся, избитым. Для меня это абсолютно не так. Я не набалована этим ароматом. Да, он в свое время у меня, конечно же, был. Но, вы знаете, это было так давно, что я просто с радостью вспомню этот аромат при использовании этого геля для душа. А что касается моего ребенка, друзья, ну, еще одним поклонником этого аромата стало больше. Да, для Сони это абсолютная новинка, для нее это удивительный аромат, ни на что не похожий. И, конечно же, она также с большим удовольствием будет пользоваться. Наталья, огромное тебе спасибо за приятные воспоминания для меня. Ну, а Соня тебе передает огромное спасибо за приятное знакомство с новым ароматом. Чувственная роза, пена для ванны, 250 мл. Подобный продукт у меня уже был, и я могу сказать так, он нам безумно понравился. Девочки, мы эту пену не использовали по прямому назначению, мы ее использовали как гель для душа. Аромат, который после себя оставляет этот продукт на теле, просто невероятный. Я не слышу здесь розу. Это очень нежный, приятный, тонкий цветочный аромат. Не буду использовать как пену, исключительно только как гель для душа. Наталья, огромное тебе спасибо. Следующий подарочек – это маска-пленка для лица для всех типов кожи. Насколько я понимаю, это новинка. Здесь 90 мл увлажнения с алоэ и огурцом. Очень красивое, конечно, оформление этого флакончика. Девочки, я очень люблю маски-пленки. Я знаю, что многие не разделяют эту любовь, но да, я очень их люблю и с удовольствием, конечно же, попробую эту новинку. Я могу вам сказать так, друзья, для меня компания Avon, да, это абсолютные все новинки. Все те продукты, которые мелькают у меня в пустых баночках от этой компании, это все подарки. И сама я Avon не заказываю. И, естественно, получить какие-то продукты от Avon для меня, ну, это просто действительно самый-самый настоящий подарок. Наталь, ты об этом прекрасно знаешь, и спасибо тебе огромное за это.
Далее, крем для рук, забота с глицерином для нормальной и сухой кожи. Объем 75 мл, очень такое милое девичье оформление, такие нежные цветочки здесь. Девчонки, обожаю крема от Avon для рук, они просто потрясающие. Что я требую от крема? Увлажнение и, возможно, легкое питание, если это, например, крем на дневное применение. Друзья, эти крема дают абсолютно все, что мне нужно. Приятное аромат. Этот крем я уже протестировала, перед съемкой нанесла его на руки. Очень нежный, приятный, неяркий аромат. Друзья, крем впитывается очень быстро, не оставляет ни липкости, ни жирности. В общем, то, что мне нужно. Наталья, большое спасибо. Далее вот такая также новиночка для меня. Это увлажняющий лосьон для ног с ароматом базилика и розового грейпфрута. Слышала я много различных отзывов на этот продукт. Говорили, что отвратительный просто запах у этого продукта. Но я не согласна, мне очень понравилось. Здесь чувствуется горечь грейпфрута и тонкая зеленая нотка базилика. Друзья, такие продукты я люблю. Я не жду от них чуда, но если производитель нам заявляет о том, что этот продукт увлажняющий, так оно на самом деле и есть. Наталья, большое тебе спасибо, с удовольствием буду пользоваться. Ну а следующий продукт на самом деле это мое желание. Я безумно его хотела, и вот ура, ура, он у меня появился. Это крем-суфле для тела с маслом африканского дерева ши, непревзойденное питание. Объем 200 мл. Вот такая вот симпатичная шайбочка. Друзья, я не удержалась, я его открыла, потому что мне безумно стало интересно узнать, почему половина пользователей этого продукта его ругают за аромат. Говорят, он приторный и сладкий. На мой взгляд, это не так. Очень приятный аромат. Он сладенький, но он не будет для меня казаться навязчивым. Очень приятный аромат. Такая плотная консистенция. Для меня это аромат сахарной ваты, сгущенки, какого-то ванильного мороженого. Очень приятный. Я так его хотела. Наталь, спасибо тебе большое. Ты действительно угадала мое желание. Я безумно рада этому подарочку. Далее тканевые масочки. Да, мои девочки приучают меня тканевым масочкам. Ну, естественно, я буду также с удовольствием ими пользоваться. И первая маска – это абсолютная новиночка Fito Energy, успокаивающая, которая идет с экстрактом авокадо и петрушки. Кому интересно, почитайте, что здесь пишет производитель. Я не знаю, где Наташа берет эти новиночки. У нас в городе подобные продукты абсолютно не представлены. Спасибо тебе, моя хорошая. Буду пользоваться. А следующая тканевая маска – это мой фаворит. Да, друзья, я терпеть не могу тканевые маски. Правда, я их не люблю. Но вот эта маска стала моим самым настоящим фаворитом. Друзья, она дает такой лифтинг-эффект. Она просто собирает лицо в кучу. Вы знаете, подобную маску нужно, наверное, использовать либо перед первым свиданием, либо на какую-то главную встречу в вашей жизни. Друзья, потрясающий просто продукт. Мне очень нравится эта маска. Я безумно довольна, что у меня она будет лежать в запасиках. Спасибо огромное тебе, Наталья. Маски-мазюкалки, как я их называю, это Fito Cosmetic, линейка народные рецепты, маска для лица очищающая овсяная и увлажняющая огуречная. Я очень люблю эти масочки, девочки, они бюджетные, но они прекрасно работают. Наталь, только ты меня ими балуешь, спасибо тебе, моя хорошая, обожаю их, просто обожаю. Вот такие два пробничка ко мне приехали. Это также, насколько я понимаю, новиночка. Avon, линейка Encanto, розовый букет и кашемир, и нефритовый цветок и шелк, парфюмированные лосьоны для тела. Объем здесь 10 мл. Подходят они для нормальной и сухой кожи. У меня был в использовании в октябре пробничек вот такой вот в розовом исполнении. Девочки, и мне так понравился этот лосьон по аромату. Он такой теплый. Вот вы знаете, он такой уютный, очень понравился. И этот аромат сохранялся на коже просто до утра. С удовольствием протестирую еще и в голубом исполнении. Наташ, большое-большое тебе спасибо. Вот такие пробнички шампуни также Наталечка мне подарила. Это Экодерм. Насколько я понимаю, это какая-то аптечная линейка. Возьму маленький бутылечек и перелью туда все эти пробнички. То есть, смотрите, в каждом по 5 мл. У меня их здесь 5 штук. 25 мл, но
Я думаю, что хватит попробовать и мне, и моей семье. С удовольствием. Наталья, спасибо большое. Обожаю новиночки. Конечно же, это здорово. Вот такая симпатяшка ко мне приехала, друзья. Это Бора Плюс крем для ухода за кожей без запаха. Друзья, на самом деле это набор. Здесь три вот такие маленькие симпатяшечки. Вы посмотрите, какая это прелесть. У меня очень любит мама Бора Плюс. Для нее это просто супер продукт, который лечит абсолютно чуть ли не все заболевания кожи. Да, обязательно поделюсь, с мамой. Далее хочу вам показать подарки, которые Наташа приготовила для моего ребенка. Ну, это просто был крик на весь дом. Ура! Наташа знает, как Соня любит аромат от Фаберлик Донна Феличе. Да многие девочки знают, потому что цитрусы и Соня – это что-то неразделимое. Друзья, этот аромат прекрасно играет на моем ребенке. Зимой он пахнет кислым лимоном. Вот в теплое время года он отдает какими-то апельсинами, мандаринами. Потрясающий просто аромат, очень подходит моему ребенку. Просто отличный подарок, Наталья, огромное тебе спасибо. Соняшка была безумно-безумно рада. Также я смело могу назвать своего ребенка лаком-маньяком. Друзья, к своему великому стыду я никак себе не куплю ромашку, так бы, конечно, я вам все-все показала. Натальчика знает об этом и прислала Соне два лака для ногтей. Первый лак Top Face. Я абсолютно не знаю, что это за производитель, но посмотрите, какой шикарный оттенок. Очень красивый. Наталь, большое тебе спасибо. Соня осталась безумно довольна этим оттенком. Он просто потрясающий. А следующий лак это у нас Avon True. Называется он Arctic Steel. И давайте я вам покажу, как он выглядит. Его цвет. Посмотрите, какая красота. У меня дочка очень любит все оттенки голубых лаков. Холодные, более потеплее, посветлее, потемнее, то есть абсолютно разные. Очень он ей понравился. Ну, все, отправляется в Сонину косметичку с лаками. Также Натальчика прислала вот такой бальзам для губ. Это Color Trend. Друзья, мы очень любим вот эти бальзамы. Они достаточно бюджетные, но они работают просто на пятерку. Этот бальзам оказался сюрпризом, друзья. Он оказался с цветом. Вот такой у него цвет. Он такой рыжеватый. Давайте я вам покажу, как он выглядит. Вот такой у него оттенок. Вы знаете, несмотря на то, что вроде бы он рыженький, да, а дочка у меня блондинка, этот оттенок ей очень хорошо подошел. Но аромат – это отдельная история. Это самый настоящий молочный шоколад. Наталь, большое тебе спасибо. Не будем держать этот бальзам в запасиках, ставим в использование. Дочка сказала, что очень хочет, конечно же, уже им начать пользоваться. Далее Наташа знает, как оговорилась, простите. Наташа знает, как Соня любит канцелярию, и на самом деле Натальчика поддерживает моего ребенка в этом направлении и подарила ей три тетради в потрясающем оформлении с единорогом. Посмотрите, какая красивая тетрадь. Все тетрадочки 48 листов, и все они идут в клеточку. Так что эти тетрадочки не залежатся в запасиках, а будут использоваться по прямому назначению. Вторая тетрадочка вот такая. Очень красивая. Ну а третья тетрадка покорила даже меня. Посмотрите, какая красота. Все блестит. Это очень красиво. Наталь, Соняшка передает тебе огромный-огромный привет и большое-пребольшое спасибо. Но это еще не все из канцелярии. Конечно же, в довесок к тетрадочкам Наталья, как самый настоящий педагог, подарила для моего ребенка две ручки. У меня Соня очень любит ручки, у которых тонкий стержень. Здесь тоненький стержень, друзья, и это то, что нужно для моего ребенка. Она осталась очень-очень довольна. Плюс ко всему, ручки достаточно удобные. Спасибо, Наталья.
Без вкусняшек Наташа никогда моего ребенка не оставляет и прислала в подарок вот такие вот мюсли в йогурте. Насколько я понимаю, это ягодные мюсли, а это клубничные. Спасибо большое, долго Саняшка их ждала, но вот наконец-то дождалась. И, конечно же, в моем подарке лежала вот такая вот милейшая просто открытка в очень красивом исполнении. Наташ, это ты. Для нас это ты. Естественно, на обороте пожелание. Наталь, огромное тебе спасибо. Эта открыточка отправится в мою шкатулку памяти. Мне очень-очень нравятся вот такие вот милые презенты. Друзья, ну что ж, вот такая красота ко мне приехала. Вы знаете, мы с дочкой остались безумно довольны абсолютно каждым подарком. Друзья, это исполнение желаний и плюс ко всему приятное знакомство с новыми продуктами, а также с полюбившимся. Наталь, еще раз тебя благодарю за все, что ты делаешь для меня, для Сони. Для меня действительно это очень-очень ценно. Я очень тебя благодарю за нашу дружбу и за твою поддержку в те времена, когда мне она была нужна. Спасибо тебе, моя хорошая, за все-все-все. Ну что ж, мои хорошие, буду я заканчивать этот ролик. Впереди, конечно же, похвастушки будут еще. Если вам это интересно, то, конечно же, я вас всех приглашаю во вторую часть подобного ролика. Ну а так, спасибо всем огромное за внимание и просмотр. И всем пока-пока.